Ты же говоришь, что Ебаров не такое. Правда, мне очень порадовало, мне так приятно. Мое настроение может меняться, и всем желаю вам этого. Зайчик, спасибо тебе большое. Как мило. Какая музыка еще. За 100 долларов нанял его. Ты молодец. Вот продолжай в том же духе. Хорошо? Ой, боже, как мне приятно. Оказывается, для счастья так мало надо, девочки. Спасибо, зайка. Ты хотела имя написать? Да. Не успел? Не, я хотела написать Оля плюс Илья. Ну ладно. Ничего страшного. Ой, прям так мне нравится все. У тебя поднялось настроение? Да, очень поднялось. Я прям вообще так неожиданно. Паш, ну давай, давай, играй, не прекращай. Мне вот этот салат Паш, с тарелкой. Давай, Паш, давай отрабатывай свои 100 долларов. Мне этот салат с тарелкой на всю жизнь запомнится. Ну, может быть, в старости мы будем вспоминать этот салат с тарелкой, рассказывать своим детям, внукам. Да? Будет, когда есть что я, вспомнить. Да, когда я в тебя запускал его. Все-таки он, наверное, был вкусный, если честно. Но мы его не попробовали так, как он летел в тебя.